Всем привет, друзья! С вами Денис. Мы сегодня с вами играем в игрушку под названием Silent Hill 4 The Room. Я уверен, что вы не видите номер этой игры из-за моего лица, но кого это волнует? Игра это не совсем в серии, да? То есть вы можете спросить меня: «Эй, Денис, какого фига ты проходишь сначала четвертую часть?» Я вам отвечу, потому что четвертая часть очень крутая, и потому что она не относится к играм серии еще же... Нет, нет, что ты делаешь, игра? Какого черта? О, вступительный ролик. Посмотрим. Довольно темно, да? Лицо не видно, половину его лица. Черт. Я думаю, это будет супер страшно, я надеюсь, что... Вау, 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 вау. Жутенько. Я надеюсь, со звуком все хорошо. Потому что я не знаю. Играть я буду на геймпаде, если игра это нормально позволит. Вроде бы она работает на геймпаде. Кстати говоря, ну, пока тут ничего не происходит, я вам расскажу это. Игра изначально выходила в 4 к 3, так что мне пришлось использовать патч 16 на 9, чтобы ее перевести. Плюс еще русификатор с Hometown. Все это будет с ссылками под видео, конечно же. Вот что. Такие вот дела. Да. Что такие твари? Я не боюсь эту игру, честно. Что ты делаешь, игра, не пой! Меня забанят! Какая хорошая песня. Но меня забанят. Это отстойно. Черт, вы не видите половину моего лица, господи. Это отстойно. Извините, такое освещение, если открыть окно, то мне будет прямо в лицо светить и все такое. Фу-фу-фу-фу-фу. Ползи обратно, ползи обратно. Скример, только не скример. Я так понимаю, это трейлер был. Очень-очень жуткий. Наверное, да? Моя веб-камера выключается каждый раз, когда переходит загрузка. Это странно. Точнее, превьюшка моя. Ну ладно, в принципе, сойдет. Мне нравится, что из-за качества моей веб-камеры у меня изображение тоже ребит, как в игре. То есть это очень аутентично будет. Играть на лё... Чё, ребят, никакой сложной, блин, сложности в Silent Hill'ах. Никогда. Только легкая. Только хардкор. Два года тому назад Генри Таунш переехал в квартиру 32 жилого дома South Ashfield Heights в небольшом городке Эшфилд. Генри был счастлив и наслаждался своей новой жизнью. Недолго, я полагаю. Но 5 дней тому назад случилось нечто странное. Каждую ночь ему снился один сон. Один и тот же сон. Он не мог покинуть квартиру 302. Ой, тут надо мышкой управлять, я помню, да. Знаете, когда-то я играл в эту игру. Очень давно. Она была очень страшной. Первая игра, в которую я поиграл из серии Silent Hill, это была первая часть, конечно же. Блин, это было супер. Это было на PlayStation 1 у меня, и это было супер круто. Надо будет убрать потом свою превьюшку, я смотрю на себя. А я могу? Слушай, ты не можешь... Блин, господи, ну и... Что с этой комнатой? Я не знаю, что с этой комнатой. Что с моим управлением? Она покрыта кровью и ржавчиной. Ой, я очень... А почему я не могу вниз вверх смотреть? Вау! Нифига себе, какие тут... На триггерах, короче, вверх-вниз. Понятно. Вещь... Правый курок у меня не работает. А, то есть, на кнопку старт я иду вправо, на кнопку бэк я иду влево. Отлично. Нет, знаете что?
Ой, геймпад не уронил. Так-то лучше. Господи, ну и камера, о боже мой. А, я понял. Ну и лицо там. Черт, мне... Что я сделал со своей камерой? Почему я сбоку вообще нахожусь в этой камере? Надо сидеть вот так будет. Надо будет потом перенастроить, да? Я не боюсь тебя, гребаный телевизор. Это моя комната, но что с ней случилось? Надо было проверить управление. Господи, какая санса! Это часть старой книги. Однажды жили мама с малышом, связанной магической пупой. Но даже мать... Она была... И мать уснула, младенец был брошен один. Но у малыша появилось много друзей в доме желаний, и все они были добры, к нему он был счастлив. Ага, Борман. Я рад, что здесь Борман. Эта комната действительно моя комната. Я ничего не хочу знать. Она в ужасном состоянии, вот такая тяжелая, моя голова болит. Кто этот парень? А это не главный герой? Кто все эти люди? 21 человек. Не может, почему они здесь? 21 человек, нифига. Так, ладно, мы собираемся валить отсюда, а? Что с этими дверьми? Дверь закрыта на... Блин, это вообще дверь? Ну, понятно, да. Вау, да лучше, блин, на клавишах я бы все поворачивал. Ну ладно, давай, расскажи мне свою историю, лицо. Похоже на лицо, и что? Ты будешь что-нибудь делать с ним? Окей, я знаю, что произойдет. А тут камера отлично работает. Черт. Сколько там по времени? Не очень долго еще записываем, да ведь? Я очень надеюсь. Я надеюсь, что мне не надо ничего сейчас будет делать. Вроде бы нет, это просто катсценка такая. Кстати, у меня в катсценах, знаете, сколько FPS? 30 FPS у меня в катсценах. Да, конечно, эта тварь сейчас вылезет, я не сомневаюсь. Ты... Ох, это моя квартира. Вообще-то в Америке можно стрелять, если в ту квартиру залезли. Эй, Генри, бери ружье, Генри! Генри! Фу-фу-фу-фу-фу, не трогай меня, убери свои руки от меня. А. А, вступительный ролик. Еще раз, эта песня замечательная. Это... Блин, я забыл девчонку, которая поет все эти песни для Silent Hill. Называется Room of Angel, по-моему, да? О, блин, а как же ее зовут-то? А, самой песни тут не будет, я вижу, все, я понял. Это тупо композиция из песни, блин. Да, 100 это важно. Продюсер, как и Рейнока. Дверь мне уже покажите, давайте. Это же самая главная фишка этой игры. Silent Hill 4, комната. Окей, двери не показать, блин, блин, плевать вообще. Не хотел я двери видеть. Как у тебя дела, Генри? Проснись, пой, мистер Генри. Проснись, пой. Тебя ждут великие дела. О, боже! What a dream. Этот сон. Что с веб-камерой? Блин, я ведь не могу, да, управлять здесь. Вау, это именно то, куда я посмотрел. Мне понадобится блокнотик, я помню. Это такие игры, в которые блокнотик нужен всегда. Все еще не работает. Это ведь Silent Hill, в конце концов, блокнотик нам тут не победит.
конечно. И что же там будет? Пицца? Или... Давайте, знаете, как сделаем? Вот так, маленько. И все, я почти в центре. What? Эй, он оборван! Гребаные пранкеры! Как они это сделали? Технологии не стоят. Это, наверное, мобильный телефон. Какой это год? Ой-ой-ой. Это фото церкви, мимо которой я проходил, когда был в Silent Hill. Она меня привлекла, поэтому я сфотографировал. Отлично. Кадр, который я сделал в деловом центре Silent Hill. Это хороший туристический город. Фото Маякова озера в Silent Hill. Город пустоват для туристов, но это хорошее место для расслабления и исцеления души. О, да, для исцеления души самое то. Да, я забыл, что на дверях никакой иконки не появляется. В этом ящике может поместиться много вещей. Вау, как он скрипит у тебя ужасно. Окей. Странно, несколько дней назад мой телевизор перестали работать, с тех пор у меня начались кошмары. О, я нашел сейвилку, офигенно. Кто же знал? Блин, а это значит, что нельзя сохраняться прямо в игре, да, было? То есть, как она в красном светится? То есть, я имею в виду, прямо во время. То есть, вы поняли меня, когда я не в квартире, я имею в виду. Тут щелк. Это мое фото здесь, я сразу после окончания школы. Не хочется мыть руки, что у тебя покушать там? Шоколадное молоко, конечно, взять, блин, это всегда вкусно. Очень сладкое было дома в холодильнике. И что мы с ним можем делать? Вау, то есть, если я нажимаю на Tab, я смотрю... Отлично. То есть, это я вот так, да, должен играть по-вашему? Что это было сейчас? Я, похоже, застрял где-то, игра меня спавнила. Офигенно. Это будет долгое прохождение. Как я инвентарь открыл? Стрейф. Как я... Я открывал инвентарь? А, инвентарь, наверное, только здесь открывается. Я помню. Окей, я въехал, все. Так, и смотри, что я сейчас могу сделать. А как применять? О, черт, я... Так, вот так, окей. А. Ладно, я, наверное, разберусь. Давайте, кто-то подложил мне что-то. Офигенно, записочки. 5 дней тому назад, тогда мне впервые приснился кошмар. А, да, мы, типа, цепи, о, цепи. Что это такое? Сделай вид, что я не играл в эту игру. Телефон не работает, телевизор не работает, даже когда я кричу, меня никто не слышит. Вся окружающая меня реальность вдруг сошла с ума. Дверь заперта на цепь, окно прочно запечатано. О, какие звуки у тебя. Помимо всего прочего, кто-то закрыл дверь с другой стороны. Зачем кому-то закрывать дверь с другой стороны, если она вот так закрыта, то есть? Не выходи, Уолтер. What the hell? What's going on here? Это Эйлин Гелвин, истощение квартиры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, эй. Что ты смотришь? My luck changes before the party. Восемь, девять, десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Нет, подождите. Восемь до семь это 15. Какого фига? Я только что с экзамена по математике, я должен что-то знать. Что там лежит? Что это? Мама, почему ты просыпаешься? Первое письмо в книжку. Ай, отвалит мне своими письмами уж.
Это абсолютно точно обычная стена. Блин, если бы я был здесь и проходил мимо этой стены, я бы сказал, что это абсолютно точно обычная стена. Не выясняйте. Это просто стены, да. Не такие. Нечего делать, да я вижу. Что мне делать? Я не помню, что мне нужно сделать, чтобы что-то произошло. Это кладовая, кажется, у меня, да? Инструменты. О, масло, масло, масло. Бак с маслом. Замечательно. Стиральная машина, которая мне не нужна. Ну, блин. Мне тем более тогда не нужна. Чё это там такое лежит у тебя? Ты что-то... Эй, я этого не делал. О, посмотрите, чувак бежит, 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 бежит. Убежал. Еще один бежит, 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 бежит. Это погоня была. Что, все, что ли? Больше никто не будет пробегать. Все, они бежали. Ну, вот ты что. Нет, я хочу видеть. Я хочу еще посмотреть, перестаньте. Что это было? Да мне плевать, я хочу смотреть в окошко. Вот так вот. Так, там какой-то мужик. Там какие-то дети. Там кто-то есть внизу. Окей, ничего интересного, да? Да, вот это, что тут лежит у тебя? Часть какой-то книги, кажется, это было написано 100 лет назад, ого! Как он определил это? Исполнив ритуал святого усиления, он сотворил мир, он существует в пространстве, отделен от мира нашего Господа, зачем пределах? Неожиданно появляющиеся двери и стены, движущиеся этажи, странные создания, мир, который может контролировать только он, любой, кто придет в этот мир, будет жить точно не умирая. В этом мире может путешествовать, важно путешествовать налегке, тот, кто несет слишком тяжелую ношу, пожалеет об этом. Тупая книга не может угрожать мне. Что с моими часами? Блин, обожаю часы с маятниками. Часы остановились, от чёрт. Чё там разбилось? А, постойте, слушайте, блин, надо сохраниться. Я не могу бежать по квартире, я не могу? Нет, не могу. А. Я бы хотел бежать по квартире. О, как страшно. Это воющая надпись. Мне нужно переназначить кучу клавиш для геймпада. Это то, что мне точно нужно сделать, потому что я попросту не могу так играть, например. Я, конечно, разберусь для первого раза, да, но, блин. О, постой, я думал, тот, что это в Америке, а не в России. Шуточки. Смотрите, зеркало отлично отражает. Я не знал, что когда люди жили в пещерах, они умели делать отражающие зеркала в играх. Чёрт. Это игра 2004 года, кажется. Там кто-то есть? Точно, залезть в огромную дыру в стене. Блин, как мне это в голову не пришло, а? Фу, ну и звуки оттуда идут. Конечно, подтянуть свисать. Так, все, труба у нас есть. 3 фута вес. Ох, мы всех просто вынесем там. Я понимаю, в принципе, в какой-то момент у него закончилась бы просто еда, и ему бы ничего не осталось, кроме чем лезть в какую-то дыру, потому что сидеть и умирать с голода на одном месте — это глупо. А мне самому надо это делать? Нифига себе. Вот это реализм. Блин, в Doom 3, например, не надо было через эту штуку идти. Черт, это симулятор офигенный. Вы посмотрите, у меня уже началась клаустрофобия. А ведь я не лажу по трубу, как этот парень. Я так рад. Ладно, этот переход, он офигенный на самом деле, вот это уже посерьезно, это очень классно сделано, и, блин, это действительно жутко, черт. Помните в Дино Кризисе,
Во второй части точно, там, короче, когда вы заходите в дверь, там появлялась отдельная анимация того, как вы открываете дверь и заходите в нее. Эскалаторы для жирных. Я думаю, тут я с геймпада уже смогу. Фух, поиграть. Как мне весело в этой игре, а? Представляете? Я всегда мечтал поиграть в Silent Hill на канале. Когда-то я играл в Алхимилу, но из-за прекрасного движка Source я просто не мог в нее играть, и у меня Бандикам не записывал его в какой-то момент. What the hell? Какого черта? Надеюсь, вот засосет вот этот эскалатор. Прошу прощения. Так, все, наконец-то мы с вами готовы. Нет, мне плевать на карту сейчас. Ага, так, бегать. Бегать вот на эту, приготовиться ударить вот на эту. Так, это вниз, это вверх. Так, бегать, приготовиться. Так, а это что такое? Как я могу анэквипнуть эту штуку? Я не могу. Ладно, давайте попытаемся сделать это. По крайней мере, управление здесь удобно, я могу нормально влево-вправо поворачиваться. Это замечательно, на самом деле. Так, тихо-тихо-тихо. Сейчас мы подойдем, короче. И треснем ей. Вот это будет игра, вот это пойдет у нас, конечно. А там что? Подожди, давайте сходим. А потом подойдем и треснем ей. Потому что это Silent Hill, это все про веселье. А как переходить между локациями? А, о, я понял. А на самом деле, знаете, удобное управление, блин. Это единственный Silent Hill с удобным управлением, наверное. Черт. Нет, справка. Все, King Street, это правда станция Южная Эшфорд. Что? Какая это станция? Я не знаю, ни о каких станциях. Я собираюсь... Я собираюсь надавать ей люлей. Понимаете, о чем? Понимаете? Who are you? Кто я? Тебе лучше не знать. Я могу поставить на паузу во время? Не вопрос, я могу это перепройти, в принципе. Так, постой, только я эквипну. Так, все, экипировано. Так. В прошлый раз у нас не удалось подкрасться к ней, так что в этот раз уж точно. Оп-оп-оп-оп, влево-вправо, влево-вправо, стрейфим. Сейчас мы точно ей надаем. Надо идти очень тихо. Блин, я не могу, он так топает, ужасно просто. Вот теперь мы посмотрим с вами эту заставочку. Who are you? Это тот вопрос, да? Я иду с трубой вот так. Это What's your name? То, что я спрашиваю у людей, которые идут на меня с трубой. Где твоя труба? Чёртов дурак, он ничего не понимает. And you? Генри. This is my dream, and you don't even know my name. It's Cynthia. Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Ha. Well, if it's not a dream, what is it? Anyway, I want to get out of here, but I can't find the exit. У меня отличные глаза, если понимаете, о чем. Say, will you help me find it? I'm kind of scared all alone. I'll do a special favor for you later. Ну и конечно же, чтобы игру пропустила цензура, какая-нибудь. Разработчикам просто придется ее убить и все такое. А что, мы уже идем с тобой, да? Как я карту открыл просто? Не ожидал того, что я могу открыть? Ну-ка, давай, пойдем. Я тебе покажу. На самом деле там есть огромная... Блин, как они классно отходят, то есть они не будут мешаться в проходах. Блин, напарники здесь отлично сделаны. А
А почему я не могу она только вниз, эскалатор идет только вниз, а Генри жирный. Поэтому он не может обратно по нему уйти. Как я сразу не догадался. Кстати, вы заметили, как хорошо работает игра в 16 на 9? То есть я думал, это просто мне растянет, а этот патч он реально делает отлично все. У вас тоже веб-камера мигает, когда я перехожу? Нет. А, черт, мне надо... к этому надо привыкнуть. А я могу как-нибудь? О, так я и бегать могу! Что это? Нифига! Вы видели это? Опа! Опа, 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 прыгали. А, я понял, это тупо отскок, я думал, что я бегать могу. Окей, я понял, как мы... Ударили, отпрыгнули. Черт, это не Dark Souls. Ударили, отпрыгнули. Ударили, отпрыгнули. Вау, все, я понял. Так, стратегия боя мне ясна. В принципе, мы все сделаем сейчас. Wait a minute. Сейчас из него вырывается чужой и нападает на нас. На самом деле нет, я шучу. Ну, мы подождем, в принципе, что? Или не сложно? Да. Никто не может подойти ко мне, я слишком крут. У меня руки устали уже так держать. Чё там? Ты чё делаешь? Пёс вонючий. Надеюсь, он подох. Да ведь? Сколько вас там ещё, а? Так, надеюсь, они будут его жрать, а я их пока забью. А, я их не буду. Нет, я их буду забивать, да ведь? Фу, что у нас с языками-то? Вау, нифига, они как комары. Возьми палку и убей одного из них, пока они заняты. Я не хотел задевать их обоих. Вау, я еще и додавливать их должен. Кого ты, блин, за задницу меня укусил? Чертовы псы. На тебе! Ненавижу псов! На! Так, а что это у меня там такое? Сверху. Это супер сильный удар у меня, да? А, вот так вот, да. Окей, я понял, как тут. Как тут работает дела в этой игре, а? Опа, это что, домой нужно? Подождите, а я сейчас туда... Блин, вот это да, вот это. Ребят, вы что-то уронили? Поднимите, вы, кажется, у вас карандаш уронил. Я, конечно, понимаю, что... Возможно, кто-нибудь хочет записывать каждое мое слово, но... Не стоит. Значит, похоже, здесь никого нет, а что она, испарилась, что ли? Ищи ее. А я могу вон туда уйти? Нет, я обратно, пожалуй, я домой хочу. Спасибо. Там что-то двигалось, вы слышали эти звуки? Не думаю, что здесь кто-то есть, окей. Ну да, почему эта игра? Мы уже вошли в одну дыру, так что почему бы не зайти в еще? Фу, что это? А, вау, он в обратную сторону она работает. Нифига. Вау. Это было отличное приключение, я думаю. Ах, что произошло? Мне нравится, как ребит моя видеокамера, веб-камера, так же, как в игре. То есть это реально очень аутентично. What? What? Another dream.
А труба? Seems so real. Надеюсь, труба у тебя с собой. Ты ведь сможешь вынести трубу из своего сна? Was I really inside that woman's dream? Очень просто. Труба, если у тебя есть с собой, значит ты... Oh, that's just stupid. What am I thinking? Я придумаю, что значит ты, я не знаю. Что это вообще означает, если ты из сна смог вынести какой-то предмет? Тут, что ты Гарри Поттер, он там из зеркала смог вынести философский камень, например. Черт, если бы мой главный герой был Гарри Поттером, как бы игра эта была хороша, вы представляете? Посмотрим. Еще столько же. Это мебель была здесь, когда я... А? Странно, кто-то передвинул это. Передвинуть это? Кто... Пушка! Господи, спасибо! Пушка! Конечно, взять пистолет. Че ты, дурак, что ли? Легкие обращения, но обладает не... Блин, да мне плевать, я просто пойду сейчас и... Я могу стрелять из окна по людям! Вот это будет веселуха, вот это я понимаю. Он, например, в того жир... Что делают вон те люди слева? Что там происходит? Эй, я надеюсь, это не что-нибудь такое, за что меня забанил бы YouTube, например, а? Они просто смотрят, я думаю. Они просто смотрят в окно, то есть. Возможно, кто-то один другого постригает. Смотрите, видите, он там трогает его около головы. То есть, это просто стрижка, да. Толстый чувак. Там телевизор наверняка где-нибудь стоит рядом с окном. А в самом низу под толстым чуваком происходит настоящее... Уже не происходит, чем-то мы опоздали на вечеринку. Ну те ребята вот справа, он что, показывает на меня? Да я хочу у него стрельнуть, подождите. А, инвентарь не работает. Что по поводу этой дыры? Вы посмотрите на его руки, господи, нет! Это низкополигональные руки! Черт. Я не думал, что я переживу это. Было так страшно. Эй, мы можем подглядывать наши соседки. Черт, эта игра стала намного лучше только что. Why did I put that damn broom? Метлу? Представляете, она сейчас берет метлу и улетает в окно, как Маргарита, и все. И тут мы понимаем, что мы ошиблись игрой. Надеюсь, этот кролик сейчас не сделает что-нибудь вроде вот такого. И, короче. Только на нас, как бы, и... Знаете, если бы кто-нибудь за моей спиной стоял, он бы сейчас очень испугался. Особенно, если это был вот этот кролик. То есть, представляете, он подходит ко мне со спины, я так поворачиваюсь на него. Я уверен, что даже хоррорные герои боятся такой фигни. То есть, когда на них люди поворачиваются. Я могу, блин, посмотреть вниз. Алло. Стоит сохранить... Знаете, я после записи буду сохраняться... Да вы поняли меня, как... Блин, да. Я иду так... Мне грустно. Кто меня не любит. Вау, это я могу его... Это я могу управлять этой штукой? Кто меня названивает на мой сломанный телефон? Тупые люди, он сломан! Where did you go? Hurry, save me. Я иду! If you need a token, there's one here. Я понял. Я должен спасти ее. Вообще, это что, ковер тут? Блин, мне нравится. Квартира довольно уютная, на самом деле. А. Ой, она пришла подметать! Она нашла метлу и подметает. Не, да не хочу. Я хочу смотреть на девушку, которая подметает. О, да. Вот это я понимаю игра, не то что эти ваши Counter-Strike. Эй, куда она ушла? Блин.
Ну, понял, она там что-то рассыпалась, пакетом проходила мимо нас. Знаете, я боюсь, что однажды я обернусь, чтобы какая-то страшная рожа стоять. Вот это вот действительно можно... Ну, хотя нет, это Silent Hill. Silent Hill вроде так не делает. Вот. Но в любом случае, ребят, на этом мы с вами заканчиваем эту серию. И если вам нравятся такие видео, не забудьте вот подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий к этому видео. Это супер круто, когда вы оставляете комментарии и ставите лайки. А на этом все. С вами был Денис. Спасибо за ваше время и всем пока.